Поминаю, я сноб и Да. нарцисс. Опять же, повторюсь, я считаю, что я сам умный, а все дураки. Поэтому, чтобы я оценил человека и сказал, что он умеет работать, человеку должен быть очень высокопрофессионального уровня. Вот просто эту всю историю проанализировать, и все становится сразу понятно. Этого человека никогда не сломаешь. Никогда. И когда они кричали, что он играет членом на рояле, роялем оказался Путин и вся эта верхушка российская. Понимаешь? Это какая-то... Это, ну, я не знаю, прям как бы... А он членом на Путине играет. Как можно понять? Извините, вырвалось. Так вот, фишка же в чем, что они идиоты. А чтобы понять, что такое будет война с Украиной, надо было проанализировать еще одну вещь, очень простую. Оборону Донецкого аэропорта.